Всем привет! Продолжаем прохождение Майнкрафт. Майнкрафт, Майнкрафт, Майнкрафт и еще раз Майнкрафт. Ну что ж, в СГО у нас много дел. Кстати, я заметил, что уже ломается броня, поэтому пора уже сходить нам в шахты, да? Ну давайте уже откровенно говорить. Нам нужно сходить в шахты. И, в принципе, мы можем еще сделать рельсы. То там в идеале найти алмазы, да, чтобы я уже делал алмазную броню. Блин, опять полные слоты. Давайте посох. Я жду, пока вы напишите про посох, не забывайте. Как с ним играть. Так, давайте пока все выкинем лишнее. Сделаем еще быстренько рельсы. Слоты нужно освобождать, потому что ну это нереально. Вообще все забито полностью. Ах. Так, это все выбрасываем, выбрасываем. Это мы оставим. Это выбросим. Половинку выбросим. Оставим. Так, ну нам молот сейчас ну, это не нужен. Ножницы не нужны. Потом вот эту аш он меня уже заколебал. А, знаете что? Можно попробовать сделать. Потом попробуем сделать яйцо. Для него нужна эта шляпа. Кстати, нам еще нужно найти лошадь. Ой, как сложно яйцо сделать. Ладно, потом. Нам еще очень много чего делать. Нужно еще найти лошадь. Да, я хотел приручить лошадку. А где мой лук? Наверное, все-таки как раз я лук тогда и просрал, да, наверное. Потому что лук я не вижу вообще нигде. Ага, блин, так еще один лук мы не сделаем, ну ладно. То давайте дальше быстренько все выкидываем лишнее, да, это сюда, 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 потом это сюда, сюда, это сюда. Так, освобождаем, освобождаем говнецо. Это готовая еда? Это не готовая еда, ее надо готовить. Вот. Кладем. Офигенная вещь, кстати, да? Вообще реально. Смотри, сколько у меня еды. Ой, извиняюсь. Так. Здесь можно приготовить быстренько булку хлеба. И тоже выбрасываем. Я хочу прям идеально все освободить. Железный слиток нам больше не нужен. Не надо. Надо, короче, найти лук. Надо будет убить паука, да. Так. Это нам не нужно. Это нам не нужно. Ну что ж, let's go. Пойдемте. Нам нужно добыть алмазы и другого говна. Здесь очень много... Ох ты, паучок. Давайте убьем паука и возьмем лук. Я хочу лук. А подождите, а лук только один, что ли, бывает, да? Ха. А я что не задумывался. То есть это из одного материала лук и все? Да. Лук. Два лука у нас. Ну-ка, а стрелы? Ага. Ну, а что так это сделали? Ну ладно. То есть сделали всего лишь. О, а там не выпало этот. Нитка не выпала. Ладно, пофиг. Просто сделали это много видов оружия, доспехов и всего лишь один вид лука. Странно. Ну, в любом случае, пойдемте вниз. Нам нужны алмазики. Ага, здесь у нас много интересного. Оп-оп-оп, наша любимая пещера. Ой-ой-ой, извините, я забыл, пробежали. Немножечко поставим рельсы, да? Чтобы потом уже полностью автоматически я сажусь, врубаю и поехали. Оп-оп. Не забывайте, что я уже выложил свою сборку первую. Так что играйте. Мы с вами поиграем вместе в эту сборку. И потом когда-нибудь я закончу, и мы начнем новую какую-нибудь сборку. Я тоже ее выложу. И так далее. У нас, в принципе, есть уже огромный туннель. Да. Нужно выбрать. Я бы покопал... О, там какая-то пометка стоит. Я покопал бы в сторону пещеры какой-нибудь хорошей. Ну-ка, подождите. Ага, здесь у нас тоже что-то было, да? Здесь у нас... Ой, господи. Как я ненавижу это место падать, а вы бы знали. Я думал, я уже все в лаве. А, не забывайте, что из него тоже может что-нибудь интересное выпасть. В идеале, да, в идеале его убить. Убить, хочу всех убить. Ну, я имею в виду в игре.
Поэтому давайте мы сделаем так. Оп-оп-оп. Так. Кстати, мы еще можем брать с собой переносные аккумуляторы. Ни разу не делал, нужно сделать. Подождите, а я могу какой-нибудь портфель взять? Телепортер есть? Вау! А это что-то новое. Телепортация? Мы еще не делали. Так, есть у нас телепортация, аккумулятор. Аккумулятор переносной точно есть. Так, вот они, да? Коричневый валик. А валик зачем? Как же здесь много всего. О, как много всего. Какао мобы, это бобы? Какао мобы. Ну, валик нужен, чтобы красить, да? А в чем прикол? Ни разу не делал валик. Это муж... Это типа он, наверное, тупо берет любую поверхность и делает ее цветом, да? Определенным. Хотя это вообще непонятно. Ну ладно, потом сделаем, посмотрим. Так, я хочу убить этого монстра, да? При этом я не хочу всю лаву удалять. Ага, синий краситель, хорошо. Хотя он нам, в принципе, нафиг не нужен, но пригодится в любом случае. Я уже говорил, видите, у нас доспехи уже все сломаны практически. Не, тогда мы нашли... Заметьте, сколько мы играем, мы алмазы еще не находили. Мы находили только в начале, да, в секретке, и все. А так они просто нам не попадались ни разу, по-моему. Ой, что-то я перестарался. Так, аккуратненько. Здесь еще... я же не смогу их не лут взять, да? Убить-то я убью лобстера. Убить-то я тебя убью, мразь. Но лут... А я могу как-нибудь сделать таким образом? Тихо. Я могу упасть и сдохнуть, я вам сразу говорю, это очень опасно. Мне здесь очень много. Блин, а муха. Ну блин, я хотел как-нибудь под ними сделать, а можно, в принципе, сделать. Подождите. А если это все залить водой и сломать? Как вам моя идея, а? Мальчишки и девчонки. Давайте быстренько сбегаем за водой. А что будет интересно, если этих дебилов залить водой? Вот это эксперимент. Ой, эксперимент, да, интересный будет. Красивый такой домик, но он какой-то маленький, конечно. Ну ладно, потом сделаем его большим, обязательно. Вы видите, что очень много ресурсов уходит. Так, делаем так, берем ведро. Можно будет, кстати, взять с собой ведро лавы, потом какую-нибудь ловушку сделать. У нас здесь юнитов очень много, вы видели, миллионы. Давайте даже возьмем два ведра. И бежим, 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 бежим. Так, скоро мы придем. Надо было взять, блин, фигню это, ну ладно. Так, успеем. Здесь надо еще всю пещеру нам обойти. Так, эта фигня здесь не нужна. Стоп, стоп. Она мне не понравилась. И пойдемте посмотрим. Хм, интересно. Я знаю, что лава станет обсидианом. А что будет с этим мутантом? Но он умирает. А, он, наверное, видите, застрял в блоке и умирает поэтому. Отдайте мне лут его, пожалуйста. Дайте утика. Вот.
Давай, подыхай, чмо. Ладно, нам не дали лут, зато нам дали... Ну, в принципе, видите, их убивать оказывается довольно легко. Зато нам дали просто опыта и все. Ну, в любом случае, давайте мы сейчас здесь все это смоем. И пойдем исследовать дальше территорию. Я чувствую, что здесь алмазы должны быть. Кстати, знаете, как еще можно сделать? Можно построить сканер, точно! Сканер, который я использую для буровой установки, но при этом мы не будем строить буровую установку пока что, я думаю. А сканер, знаете, для чего? Мы сможем с помощью сканера определять, в какое место идти копать. Чуете, да? Вы чуете запашок победы? Запашок говна... за победы. Победа, да. Сканер. Ну уж все вот сканер... Можно даже построить сначала простой сканер. Он будет сканировать просто в определенном количестве блоков. А это уже улучшено. Ну ладно, на него пофиг. Ага, нам, у нас все, в принципе, для этого и есть. Да, мы можем прям пойти и построить. Прямо сейчас я пошел бы построил. Это будет, конечно, не быстро, но ладно. Ну просто реально мы сможем определять, а куда копать, да? Где ценные блоки? Он будет показывать нам суммарное количество. Я вот не помню одно. Не помню одно, так, сейчас, секунду. Может ли он показывать вбок? Или только вниз, когда копаешь? Ну, это, в принципе, не важно. Возьмем немного угля. Я думаю, в этой игре найти, конечно, лаву, это не проблематично. О, сука, опыта, больше опыта, давай. Так... Ну, наверное, поэтому пока вот мы, наверное, с алмазами... Алмазы оставим на потом, я думаю, да? Ну, согласитесь, стоит попробовать. Потому что сканером я смогу алмазы находить 99%, я думаю. Он будет показывать общее количество, стоимость, да, блоков. А с алмазами там будет стоимость увеличена. Кстати, опасно так обходить и не смотреть, что происходит в заду. А если весь дом построить из обсидиана? Нет, это уже маразм. Интересно, обсидиан, он, по-моему, не взрывается взрывом, да? Ну, в любом случае, пойдемте попробуем построить сканер. Это ваш любимый опять крафт. 30 лазурит. Руда редкая, но вы видите, что очень много выпадает из нее элементов. Ну, пойдем. Для начала светящаяся пыль нужна и две золотые оболочки. Пыль есть. Одна светящаяся пыль, офигеть. И нам нужно сделать золотую оболочку. Давайте сделаем золотую оболочку. Раз, два. Все, золотые оболочки у нас есть. Давайте поспим. Надо опять поставить на зарядку наши инструменты. У нас уже есть пила, уже есть у нас бур. Скоро будет сканер! Вот это мы крутые. Ой, крутые яйки. Яйки крутые. Так, смотрим. Окей, ну let's go. Ага, сразу делаем 3. Есть 3? Есть. Есть. Так, делаем 3 провода. Я говорю, нам играть еще очень много, вы видите, да, сколько... Ой, не так немножко. Сколько нам еще крафтить и крафтить. Так что расслабьтесь, просто смотрите с удовольствием, кушайте или просто отдыхайте. Это очень помогает отвлечься... каких-то проблем от дел. Просто посмотреть какой-нибудь ролик. Ладно, ну let's go. Теперь одна батарейка. Да, мы помним, как делать батарейку. Нам нужен оловянный провод. Есть у нас ола. Ага. Красное говнецо прилипшее. Так, все. Резина. И делаем оловянные провода. Я бы даже сделал бы две батарейки, чтобы потом голову не ломать. Опа. И еще раз. Все, две батарейки есть. Теперь две электросхемы. А, да. Электросхемы нужно делать таким образом. То есть 3, 6, 12. 12 по 3. Не, нам всего хватает. 12 надо сделать, да? 12 палочек. То есть мы сейчас ломаем это говно и нужно резать. Ой, так у нас проводов-то столько много. Странно. Ну ладно. В любом случае, давайте порежем сейчас эту шляпу. 12. И сделаем провода. А сделаем на все. Скайп будет, чтобы потом голову не ломать.
Потом мы делаем так. А что там посередине? Пластинка железная, да? О, хоть железо осталось, спасибо. Так, железный слиток. Мы должны его раздавить. И все. Раз, два. Потом... По-моему, вот так. Насколько я помню. Ага. Ну и все, смотрите, сканер готов. Охапку дров и сканер готов. Ну-ка еще раз, где там сканер? Вот он сканер. Адская звезда. Откуда, кстати, адскую звезду брать? Вау, вау, секира, вау. Во, вот это понимаю, секира 10 атаки. А где ее взять, секира? А, в любом случае, нам нужна вот эта шляпа. В принципе, все получилось гораздо быстрее, чем я думал. Теперь самое главное правильно собрать. Ну, поехали. Внизу три провода. По-моему, да? Да, ага, ага. Все, все, запомнил. Внизу у нас три провода. Вверху у нас вот это, вот это. Пыль. Ну, какую в жопу для пыль выкинул-то? Еще раз. Так, внизу три провода. Вверху пыль. Так, так. И что-то посередине, а я забыл что. Подождите, сейчас надо вспомнить. Батарейка. А, блин, его сейчас зарядить надо, ёшкин кот. Да, ладно, заряжаем сканер. Сканер долго заряжается. Но вот этот еще слабенький сканер. Ну, в смысле, он нам подходит идеально. О, таракан. У таракана мы еще не видели, смотрите. О! Он нам дал три нитки, это хорошо. Давайте сделаем тогда лук, пойдем. Не можно зачаровать лук, профит. Как у нас все идет идеально. Лук делается из трех палок. Надо кинуть мне палку одну. Вот так вот. Ага. Зачаровать я могу лук зачаровать? Могу. Только я не знаю, через написано, конечно. Здесь такие слова. Не просто какой-то английский, а вообще непонятный английский. Гуманоиды. Fire. Вайтер Бау. Стреляет водой. Ну, лук. Хорошо, что лук легко делать, поэтому можно зачаровать, потом пробовать разные варианты зачаровки. Нет. Убийство не хочу. Так, сейчас. Не, только не анимал. Пошли нахрен. Давайте вот это чудо. Сила 1? А что такое сила 1? О чем прикол сила 1? Непонятно. Ну-ка, тварь, камон. С одного выстрела? Ну это уже неплохо, я вам скажу. С одного выстрела. Я мечом с одного выстрела не убиваю, с одного удара. Аж мы все сделали хорошо. Ладно. Так, батарейку давайте выкинем. Это выкинем. Все, это больше нам ничего не нужно. Это сюда. Потом забыли взять лаву. Ну пофиг, ладно. Это сюда, сюда, сюда. Сюда. Так, у меня готовилось что? А, у меня сканер, да. Ой, блин, как долго заряжается. Хорошо, пока у нас заряжается сканер, что мы сейчас должны сделать? Как у нас быстро летит время, вы заметите. Мгновение, мгновение летит время. Так, ну, пока заряжается, я сейчас это быстренько посажу. Опять, мы никак не расширим грядку тупую. О, пока заряжается, знаете, что я сделаю? А я сбегу, немножечко возьму этого адского камня. Нам же нужен адский камень. Тем более мы давно уже не ходили. Хотя бы просто пару стаков собрать. Дом нужно строить в любом случае.
Сразу же сейчас будут меня бить. А можно убить, кстати, вот это говно? Ой. Ладно, все, я пошутил. Так. О, опять вы, ублюдки. У нас еды полно, это хорошо. О, а я из лука его сколько раз буду стрелять? Нормально. Черт, подосри. Ах ты, черт, подосри, а. Да сдохни, дура. Так, у него, в принципе, тоже есть посох. Убиваю с трех раз, да? Ладно, короче, мы пришли не за этим. Заколебался уже падать это говно. Сейчас мы достроим нормально пол. Покушаем. Кстати, здесь тоже есть существа, да? Новые, много новых, которых надо еще убить. Из них лут забрать. А-а-а! Нифига он продамажил. Ладно, дура, пошла в жопу, короче. Мы тогда сейчас сделаем следующее. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. А здесь зачем я поставил? Здесь дырка. Ой, господи, как страшно-то. Ага. Ну, больше нам негде искать ад. Кстати, насколько я помню, если мы построим еще одни ворота в ад, мы будем через другое место входить. Можно попробовать, да. Ой. То есть мне это место вообще не нравится. Хотя, наверное, везде такое будет. Не, ну место реально какое-то плохое в том плане, что, видите... Что, короче, везде падает, можно упасть. Не, реально, блин. Во, нормально. Сейчас тогда соберем парочку стаков таким вот образом. Во! Во! Вот так и надо было сразу делать. То есть надо было вниз спуститься вот так, да, и ломать. Вот чё же я не додумался-то сразу. Вот так вот. Окей, хорошо. Это же всё потом переплавлять. Ну ладно. Вот. Не, реально, конечно, уматная тема. Уматный бур. Веселуха. И веселуха. Подбираем всю эту шляпу. Ну хватит, да. Давайте еще один стак закончим, и все, и хорош. 38, тем более мы до носа уже не приходили. Тем более это очень мало времени занимает. 47. Ах ты чмо. Сдохни, тварь. Сдохни, сдохни, сдохни. Видите, здесь так быстро еда кончается. Ага, ладно, все. Let's go домой. Мы сделали свои дела. Потом мы будем искать редких существ, из которых мы будем добывать итемы, да? Итемы нам нужны, чтобы делать посохи, я уже говорил. Посохи делаются из таких редких существ. Ну, из ихнего лута. Ага. Так, все, отлично. Понабрали мы кучу говнеца коровьего. Так, так, вот так. И вот так. Угля у нас, в принципе, маловато. И все, это весь уголь? Я же находил много угля. Ну-ка, что можно с обсидианом сделать? О, смотрите. Сундук Эндера. Прикольно. Маяк. Обсидиан Орб. Хм. Стол зачаревания у нас есть. Вот какой-то еще посох, да? О, это же наш посох, смотрите. Мы можем его апгрейдить. Ну, я надеюсь, вы написали в комментариях, как использовать посох, тогда мы сделаем потом апгрейд. А, в любом случае, пока у нас это все готовится, да, давайте соберем отсюда и отсюда. Опа. И опа. Так, мы что хотели сделать? Вот, нам нужен сканер, и пойдемте, так сделаем вот так. Блин, мало осталось энергии, давайте он заряжется сейчас немножко. Давай, братюня, заряжайся. А он да полностью заряжает? Нет, отлично. Ну, вот такие вот дела у нас, дамы и господа. Это надо будет уже заканчивать. Ну-ка, подождите, я могу поставить? Все, я выкинул, ну ладно. Что она бесполезная. Вон там мразь гуляет.
трудом подожгет нам сейчас. Хорошо, ну что, пойдемте попробуем, правильно я понял или нет. Ну-ка, только вниз можно, да? А, смотрите, непонятно. Вроде не только вниз. Сейчас испробуем на деле. Берем бур. Мало осталось энергии, ну что поделать. А, ну раз мы строим это говно, пора уже брать тогда с собой вагонетки. Ну как же, что ж за человек без вагонетки, вы мне скажите, а? Сынок, а? Let's go, поехали, прокатимся хоть немножко. Здесь же столько можно этих рельсы строить, вообще куча, там ускорители. Пока! Иха! Уху! Так, ладно, все, забираем, отлично. Видите, как время сэкономили? Ну что ж, давайте попробуем. 43. Нет, мне кажется, все-таки он по прямой не может. Он только, наверное, сверху вниз смотрит. 8. 0. Да. Фигово. Ну-ка, он садится, подождите. 17 зарядов. Да вроде не садится. Ну вот, смотрите, в чем суть, да? Этот сканер, в первую очередь, он нужен для буровой установки. Он позволяет смотреть ценность блоков. Вы можете зайти на Вики в интернете, да? Найти этот сканер. КП-сканер, введите в гугле где-нибудь. И там будет написано, сколько каждый блок стоит. Например, самый дешевый, там, например, вот этот каменный булыжник, да? Он стоит 1 единицу. Самый дорогой там алмаз, по-моему, он стоит 9 единиц или 5, я не помню сколько. Он самый дорогой, короче. Потом все это вместе суммируется. Поэтому чем больше цифра, тем больше шанс найти алмаз. Здесь 24. Кстати, он сканирует, по-моему, 5 на 5. То есть, я смотрю вот сюда вот, он сканирует этот блок и этот, и этот, и этот. Получается вот так 5 штук от середины. От середины 5 штук, да, получилось у нас? То есть, и также здесь 5. И получается такой круг, это из двух блоков вокруг. То есть, короче говоря, получается 5 блоков в радиусе. То есть, вот так, отсюда мы считаем 1, 2. Раз, два. Раз, два. И получается такой вот радиус. Этот радиус у нас сканирует сканер. Видите, здесь 0. Ничего полезного нет. 8. Самое нормальное, когда у вас сканер показывает примерно сотню. Теперь давайте сделаем так. Это будет смертельный номер. Мы просто будем копать вниз. У нас мало времени осталось, да? Очень мало. Давайте я постараюсь поторопиться. Надо будет немножко нам подзарядиться, да, а то у нас кончится в плохом моменте. Сейчас сделаем тогда таким образом. Давай, детка, подзарядись немножко. Мы сейчас просто... А, вот как раз пока заряжается, заметьте, КП-сканер, он заряды не теряет. Только когда бур работает. У нас бур не работает. Ищем. Так, если мы идем копать туда, то надо где-нибудь здесь его искать. Потому что там мы уже все про это... Все прокопали, да? Ну, поехали. 19? Господи, матери божья. 19? Это очень странно. Ну-ка, подождите. Ну-ка, что за говно? Адский нарост. Мы его смотрели уже. Ух ты! Во! А, так мы из моего можем много вариантов сделать, смотрите. Офигеть, сколько здесь вариантов посоха? Enchanting Glue. Короче, здесь миллион крафта, я уже говорил. Так, я кое-что не понял, подождите. Почему он показывает только мало? 43, 16? Прикиньте, 16. Только если мы здесь копали, мы бы вообще ничего не нашли практически. Или его надо зарядить до конца? Ну-ка, подождите, я что-то не пойму. Давайте проверим. Я нажму паузу. Смотрите. Вот сделаем тест. Смотрим именно в этом месте. Вот этот квадрат. Смотрим. Показывает 31. Я записываю. 31. Сейчас я жму паузу. Полностью заряжаю сканер и пробуем еще раз. Может быть, он сканирует типа плохо, не хватает энергии. Так, все, зарядил я полностью наш сканер. Нет, все-таки это не влияет.
Что-то такие плохие цифры. 2. Какие 6? Ужас. 41. А, помните, я говорю про 100? Нет, 100 это у нас хорошая цифра для апгрейженного сканера, я вспомнил. Да, потому что не забывайте, когда мы делаем апгрейд сканера, у него там в радиусе получается уже 9 блоков, да, то есть от середины мы считаем 4 блока и делаем круг. У этого от середины 2 блока и круг, то есть, ну, в принципе, 2 раза меньше. Поэтому мы должны найти, где у нас больше всего показывают, 45, например, да, хорошее уже место, 45. 47, 48, 50, вот видите, да, 50, 51, 54, 56. Ну вот, это уже одно из лучших мест, которые мы только видели, 56, да. И все. Опа, и будем диск потом копать, 56. Просто прям в глубину прокопаю, да, и потом оттуда выберусь. Можно даже лесу поставить. А нет, смотрите, сканер садится потихонечку, ну это ничего страшного. Это вот 57, 57, 69, да ладно, 69. Вот тварь, уйди отсюда, 66, 69. Ну вот, наш рекорд, смотрите, 69. Вот так вот. Все, а в следующей серии мы прям с этого и начнем, что возьмем наш бур. И начнем копать прям вглубь. И в идеале, если я все правильно просчитал, так сказать, мы должны найти вкусняшку. Вы чуете, да, о чем я говорю? Вы чуете запашок? Мы должны найти алмазы. Это уже будет в следующей серии. В любом случае, спасибо всем за просмотр. Комментируйте видео. У меня сломалась шляпа. Да, это очень хорошо. Комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!